Welcome back to Mars, commanders. We will finish this war very soon. Приветствуем, товарищи на Марсе. Коммунизм мы уже начали строить при помощи вот этого танка. Ну, вначале нужно выровнять строительную площадку. Before building communism, we need to level up the building place. So that's the task for this tank. Т-34, made a recon. Пусть у нас Т-34 проведет вот тут разведочку. Fire. Fire. Let all the enemies die. Пускай все враги сейчас загинуть. А сябры пусть построят здесь свои квартиры и живут. Окей, strike there. Танк, атак. Все, прощайте, инопланетяне. Auf Wiedersehen. Как, як то кажется. Як то у нас в Советском Союзе кажут всяким оккупантам. Destroy them all. Окей, иди разведай. Where are those alien creeps? Где эти все инопланетные твари? So artillery, prepare to fire. Strike! Okay, everyone should die. So, танки, добивайте их. Давай, допоміжіть їм. На здоров'я, як говориться. Вперед сюди. Аптечки забирай. Сюди, сюди. О, є, це хорошо. Все забрали, все. Ну что, теперь разведывать нужно, что там дали. Впереди он еще враги. Танки давайте вот тут. Артиллерия вот тут сюда. Все эти войска сюда. Или нет? Окей, пехота. Давай. Наташа? Что там скажет нам Наташа? What Natasha will say us? We now need to check out all the territories of the enemy. And they don't want... Yeah, we have the super tank, and... но я не хочу его тратить. I don't want to waste him. We have infantry in a large quantity. В большом количестве есть пехота. Вот пехота пусть идет в разведку. Артиллерия. Close in. Атакуй сюда. Пошли в атаку. Окей, окей, вперед, вперед, танчики, вперед. Кроме тебя, тебя назад. А вот у всех грибочки давай накрывай. Накрыть грибочками, пока грибочки не накрыли нас. Yeah, finish the shrooms. Заканчиваем с грибами. Before shrooms ended with us. Прежде чем грибы закончили с нами. Strike more. Еще стреляем.
Окей, all tanks are firing nice. Все танки уже хорошо стреляют. Спецназ back, спецназ назад. Do they have at least helmets on Mars? Интересно, у спецназа хотя бы есть шлема на Марсе? Cause I doubt that, потому что я в этом сомневаюсь. Окей, финиш. The shrooms. Заканчиваем с грибами. Good. We collected everything. Все собрали, что можно. Спецназ. Check what's down there. Окей, артиллерий страйк. Накрыли голубых слоников. Окей, we have covered the blue elephants, so they are now dancing. Now this trooper's back. Вот эти пехотинцы назад. Мегатанк вот так. Yeah, help the elephants to find their peace. Пусть мама найдет место мира для слоников. О, oh, so many elephants, так много слоников. They all dream here about a better life. Похоже, они здесь все мечтают о лучшей жизни. Давайте, артиллерия. Close in, приближаемся. Катюша хир. Help elephants to die. Помогаем всем инопланетянам помереть. Окей, танк is amazing. Танк вообще прекрасен. All the other tanks close in. Все остальные приближаются. Артиллери here. Артиллери идет сюда. Yes, finish this. The last blue elephant is dead. Последний синий слоник мертв. And we collected superpowers. А мы собрали суперсилы. So back here, назад сюда. Артиллерии, fire there. Артиллерия, атакуй сюда. Back, back, назад. Oh, that's nice. Вот это хорошо. All the enemies died with pain. Все враги умерли с болью. Back, назад. Танкс here, танки сюда, this also here, and infantry. И пехота пусть подходит. Окей, okay, I guess this is the dangerous region. Что-то мне подсказывает, что вот этот район несколько страшный. Окей, спецназ near. Спецназ рядом. Kill Горбачева, убить Горбачева. I think the Gorbachev is behind this Mars invasion. Вот серьезно, у меня ощущение, что за этим всем стоит Горбачев. Oh no. Where is artillery? Where is enemy artillery? Где у нас вражеская артиллерия? Т-34 move there. And attack here. Сюда атакуем. Окей, okay, kill all the Martians. We're killed everyone. Мы, похоже, убили всех марсиан. Окей, okay, artillery here. Вот тут артиллерия.
kill them. Убивает их. Артиллерий капут. Добьем здесь артиллерию. О, oh, yes. No help. Нету помощи. Is that really all the aliens? Мы что, уже перебили действительно всех марсиан? I doubt that we could kill everybody. You see, there is more Martians. Вот, есть еще марсиане. So close in, поэтому приближаемся. Oh, yes, 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 we need to kill them. Нужно убивать их. Collect everything, собираем все. Kill, oh no. Артиллерия. Fire there, давайте артиллерия. Let's end this wizard. Закончим с ящерицами. Kill it. Kill this wizard, убиваем ящериц. Back here, назад сюда. So kill him. Can you go inside? Okay, that's good. Вот это хорошо. Now try to go here. Пробуем сюда пройти. I think there could be aliens over there. Думаю, вот там вот будут сейчас пришельцы. But we have the superior power in order to overcome this. Но у нас достаточно сил, чтобы навалять пришельцам. Hey, 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 yes, that's a victory of Soviet Union. Or maybe not. Attack, attack over here, атакуем. Kill all the frogs. Убиваем всех жаб. Окей, okay, back, назад. Катюша would defend us. So, collect all the forces. Собираемся войска, пехота here. Звездоград Андреат форвард. Окей, атак хер. Танкс, help to kill them. Танкс, kill them. Окей, only грибочки остались. Все, заканчиваем с грибочками. And the victory is ours. Окей, we finished the alien threat. Добили инопланетную угрозу. And now we can connect our troops. А теперь можем соединить наши войска. Катюша мухир. Танкс and everybody here. Хорошо. So portal is very near. Убей всех марсиан. Kill all the Martians. We can do this.
Окей, новая группа 3. Групп 3. Окей. Help him. Attack there. Apocalypse tank forward. Where is this artillery? Где у нас артиллерия? Окей, okay, here we go. Вон у нас артиллерия. Strike there. Туда пошли атаковать. Strike there. Вот эти сюда. Move away. Уходим назад. Окей, okay, heal up. Лечимся. Стреляй туда. Вот так вот. Вот эти сюда. Окей, атак зер. Отлично. Every alien has died. Вроде все инопланетяне уже померли. Now this artillery. Теперь прикончим вот эту артиллерию. Where is more artillery? Где больше артиллерии? Yeah, tank from the future is really powerful. А танк-то из будущего реально силен. I thought he is not that strong. Я не думал, что он настолько силен. But he alone kills everybody. Но он вообще всех в одиночку разносит. Strike there. Пошли в атаку. Окей. Strike, огонь. Strike here. Why is this not striking? Почему вот эти не стреляют? So, attack! Ну давайте же атакуем. Групп 3. Да, у нас группа 3. Wonderful. Прекрасно. Everything pretty. So we will finish the final aliens, I think, over here. Я думаю, вот тут у нас еще чужие есть. И сейчас мы их закончим. Yes. Here goes the aliens. Вот у нас и пошли. Страйк! Окей, all the aliens are almost dead. Все инопланетяне почти мертвы. Kill. This dude's close in. Вот эти ребята пусть подходят. Future with us. Будущее с нами. Strike here. Атакуем вот так вот. Strike there. So somewhere here is artillery. Где-то тут снова у нас артиллерия. Here it is. Вот тут эти жуки. And what the enemy can do? Nothing. По-моему, враг ничего не может сделать. No mammoth, no Katyusha. This is unstoppable weapon. Все, у нас просто бесконечное оружие хорошее. Окей. Войти в портал, ведущий к крепости врага. Окей, so this is time to enter the portal.
Let's do what the Stalin asks. Пошли выполнять то, что Сталин просит. Окей, okay, where is my super tank? Где мой супер танк? Окей. The best tank ever. Самый лучший танк. Окей, okay, is that the best position? Это у нас лучшая позиция? Окей. Looks like it. Похоже на то. So, enter the portal. Входит в портал. That's the most important weapon. Самое важное оружие. That's a victory. Это победа. Perfect. Perfect. Идеально. Идеально, товарищи. Физкульт, привет, разомнемся. Окей, okay, let's have some sport competition. Let's go. And и... Do it with our комсомол. Делаем вместе с комсомолом зарядочку вперед. Раз, два, три. And ты на это посмотри. And you look at these pretty girls. Красивые девушки. Оу, да. Оу, yes. That's awesome. Это прекрасно. Це чудово. Гарні, гарні дівчата. Очень красиві девушки. Вот. Що далі? Що у нас дальше? О, даже по два шага теперь. Ничего себе. У вас получается, товарищи? У меня не очень. Но ничего, практика поможет. Я не для этого тренировался, чтобы вот так танцевать. Я тренировался для того, чтобы воевать, товарищи. Окей, okay. I've trained not for dancing. I've trained to war. And to win the war. So the others could dance. Like you can dance, comrades. Me can dance, comrades, and everybody else. В общем-то, танцуют все. Because it's victory, we now should dance. Поскольку победа, теперь мы танцуем. Ooh, cool, super cool. Вот это танцы, понимаете ли, Советского Союза 90-х. No, this is dances of the Soviet Union of the 90s. Where is other women? А куда делись другие девушки? I like... Oh, they appeared. Они наконец-то появились снова. That's amazing. Прекрасно. With these dances, even Lenin could rise up and dance with us. С нами может потанцевать даже товарищ Ленин с такими-то девушками. Да. By the way, if you like this let's play, you can watch other let's plays on my channel. I recommend to you Domina, Duke Nukem 3D, and you don't believe it, Veteran Combat. Если вам нравится подобный стиль, можете посмотреть у меня на канале прохождение ветеранского боя, Veteran Combat, Duke Nukem 3D, а также Domina. Вот. Ну а так в целом у меня образовательное это видео на канале. And there is like educational videos on my channel. Maybe you would like something of Japanese. Возможно, даже вам понравится что-нибудь из японского, когда я учил. Ooh. But strip would be nicer. Ну конечно, стриптиз был бы получше. Like in East Germany, как в Восточной Германии, как в ГДР. Like in DDR. Yeah. Потому что кто не знал, тот узнает, что в ГДР был стриптиз. И это при социализме. А во Вьетнаме снимают классные эротические фильмы. Можете заглянуть. And in Vietnam we've shooting a very nice erotic movies. A socialist erotic movies. If you are interested in that, check about more about DDR and Vietnam. Good. The exercise is almost complete. Наши тренировочки почти закончены. But I
I'm so tired. Я даже устал немножко, товарищи. Yeah, I'm tired. But I continue. Но продолжаю. Because I'm strong as horse. Потому что... As a Mustang. Я этот самый. Я выносливый, как Mustang. And... Is that end? Уже закончилось? Or maybe not. Или все еще нет? But I give you opportunity to complete this. Но даю вам возможность закончить это спортивное соревнование. Oh, it continues on. Like sex. Ага, все продолжается как в сексе. So we go on the second circle. Тогда пошли на второй круг. Why we are standing right now? Let's go to second circle. Все, отправляемся на второй круг. Yeah. Hands forward. Наши ручки вперед. Эти ручки ничего не крали. This hands did not steal anything. Because these hands are made from best Soviet steel. Да, ничего ручки не крали, потому что они сделаны из стали. Вот, и с нами товарищ Сталин. And comrade Stalin with us. And you know that comrade Stalin doesn't like when somebody steal. Especially when somebody steal the steel. И вы знаете, что товарищ Сталин не очень-то любит, когда воруют, да? Особенно, когда воруют сталь. Потому что товарищ Сталин любит сталь. And... This is still not the end, because Soviet women are very capable. And they are very, very, like, agile. Это еще не конец, потому что советские женщины не очень выносливы, очень выносливы, если вы понимаете, сябры, о чем я вам говорю, да? И вот поэтому они могут больше и больше. Вот для чего нам нужен спорт. Вы знаете... Я думаю, вы знаете, да? Или не знаете, но я вам не скажу, потому что это секрет. If you know, but I think you don't know, because that's a secret, so I won't tell you. And that's my answer to your questions that you did not ask. Потому вот такие мои ответы на вопросы, которые вы никогда не задавали.